Сегодня ночь с 19 на 20 октября. Приехал я на реку Аку под Серпухов. Пытаемся ловить судака, налима. Ловля происходит на живца. В качестве живца у нас выступает маленькая плотвичка, акушок, пискарик и прочие мелочи. Даже под уст есть. Вот. Ловил я его на подъемник. Место здесь интересное. Есть маленькие закутки, где и получилось наловить у меня мелочи. На это у меня ушло где-то часа полтора, наверное. Плюс расставил спиннинги. Дорогу очень долго занимает. Место труднодоступно довольно-таки. Пешим ходом от платформы АК сюда добираться порядка полутора часов. Час 15, час 20, может. Это при средней загруженности. Рюкзак не такой тяжелый у меня был. Вот. Ночь довольно-таки холодная. Синоптики передают до минус 5. В принципе, это и мало. Так заметно. Видно. Я сбрал с собой запасные сапоги. После того, как я их снял, в принципе, видно, да? То, что как бы все позамерзало. Сапоги сами. Все закристаллизовалось. Малявочница, которую ловил, замерзла. И она хрустит просто. Малька посадил сюда, видно. Лед образовался в течение буквально минут, наверное, 40-50, около часа он намерз. Здорово намерз. Курочка вот такая у нас появилась. Интересно. За это время, пока сидел, ловить начал с 7 часов. Время сейчас 9. Ох, видно. Взял я себе камеру. Да, 9 часов. Все позамерзало. Все катушки, все спинги прихватил. Слой инея. Если возле костра сидишь тепло, то спиннинги покрылись такой вот интересной курочкой. Некоторые катушки отказались работать. Вмерзлась летня, намерз песок. Вот. Прихватывает мороз пальцы, даже пальцы мокрые, дотрагивающие до железных частей катушки. Произошла поклевка, как я понимаю, у меня, потому как здесь больше, ближайший, выше меня, километра полтора точно никто не ловит, ниже где-то в районе километра, ближе уже к железнодорожному мосту, ой, к автомобильному мосту, неизвестно какая думка сработала. Наверное, скорее всего, схватило, чуть-чуть потрясывает. Может, акушок, но окунь навряд ли. Ночь уже обычно в сумерках берет. Или поутру, может, в течение дня хапнуть. Пока тишина у нас. Периодически поклевки происходят. При перезабросе не обнаружил двух живцов на своем месте, где они должны быть. Нету. Ну ладно. Дегустируют. Ходят, дегустируют. Бьет, а кто неизвестно. Мелкий акушок, может. Вот у меня под перекат стоит. Забросил я его. Здесь у меня плотвичка. Пока ничего. Тишина. Ну ладно. Если сядет, то услышно. Увидим. Надо возвращаться к костру, возле костра тепло, хорошо, не так сказывается мороз и так далее. Сказать, чтобы замерз, да не сказать, довольно-таки тепло возле костра. Сидим, попиваем чай, кофе,
В одном термосе в чай большом, в маленьком кофе для разнообразия. Здесь водичку взял. Ой, шиповником. Говорят, полезно. Поддерживает иммунитет. Попиваем его на рыбалке, чтобы не ослабить в определенных условиях его. Вот, вещи лежат. Вот, ну ладно. В течение рыбалки, если будет поймана рыба, буду отснимать дальше материал. Посмотрим. Погода хорошая, ветра нету. Небольшой заморозок. Ну, в принципе, для той рыбы, за которой мы приехали, это налим. Надеюсь, он порадует нас сегодня. Пока тишина. Периодически одиночные поклевки. На данный момент это сейчас, которая произошла, это была уже четвертая. Подходит, бьет, уходит. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Отснимем в течение ночи. Времени еще много. Целый вагон и маленькая тележка, поэтому спешить, собственно, особо некуда.